Вас приветствую я, Татьяна Касьянова, и сейчас я расскажу о погоде на предстоящие сутки. 7 ноября по республике ночью в тылу циклона сохранится штормовая погода, местами будет снег. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 16-21 метра в секунду и метели. Днем с ростом давления осадки прекратятся, небольшой снег пройдет местами по Прибайкалью. Температура воздуха по северным районам ночью минус 15-21 градус, местами при снеге до минус 11, днем минус 5-минус 11 градусов. По центральным районам ночью минус 8-минус 13 градусов, днем минус 2-минус 7 градусов. По южным районам ночью минус 7-минус 12, местами по юго-западу до минус 17 градусов, днем минус 3-плюс 2 градуса. В городе Улан-Удэ ночью возможен снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, ночью 12-17 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 8-10 градусов, днем от минус 3 до минус 5. Атмосферное давление ночью 720, днем 723 миллиметра ртутного столба. На дорогах гололедица, снежные накаты, заносы. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Но мы-то с вами знаем, что с ним делать, ведь это же всегда волшебство. Окунитесь в него с головой. Это был прогноз погоды на АТВ. Всем теплых выходных!